Как вы себя чувствуете? Ваше состояние здоровья? Чтобы ну, уже люди успокоили. Пожалуйста, да? Можете сказать? Я не нахвалом джакши. Нормальный утром. Які охрани Петер утра. Бар джакши. Вот, ну и сейчас можете еще сказать еще раз, что произошло? Почему вы решились вот на этот шаг? Шоковое состояние было, я не помню ничего. То есть, как вы это все делали тоже сейчас уже? Нет. Не помню. Я в шоке был, я не знаю. Еле-еле вспомнил сейчас, как взял нож и порезался. Вот. Потому что для этого очнулся в больнице и все. Ну, сам говорили, что могли посторонние люди к вам зайти. Нет, посторонних никого нет. Вот, слава Богу, что все как бы хорошо. Вот. Ну, скажите, как что-то пару слов людей, чтобы успокоить ваших там родственников, близких, чтобы ваше состояние. Эчкимер, тревожный сеппель, барджакша, индиватор, нормально. Да, хорошо, и барджакша. Bütün hizmetkarlarına, biz hizmetkarlarına yollayın, aranızda olduğunuz kullanın, bunların çok çok ilginç yalnız. Çok ilginç. Akar da falan, medisine yapacaklar, böyle böyle atar sizi bile. Çok ilginç. Medikler все сделали хорошо? Medikam, medikam вопросов тоже нет? Нет, вопросов нет. Нормально относится. Нормально относится. Может и не относится. Халамали, Равин, Интерес Чёрный, Давка, Аран, Фундай, Фундай, Устой, Лепмай, вот всё это Таралата, Рошо Бонжа. Вечком я андай чок, но мейл он нам не казал. А я не узнал дайрек чок, прям сөз байкан шоу, а Аран казал и лес. Мен негізгісі мизамды сақтаңыздар, мизамда қандай олсо, шондай олып кетеверіңіздер, еш жаңы байсыздар. Мен де нараз шығам. Общий ГСИГ, только мы за. Сезон сотрудников. Сезон сотрудников претензий нет. А я тогда мы за мы захтали, вот. Сезон сумма на полгода вам работала, если я захтал, да? А что мне без сына? И не стыдно. И не стыдно. Сотрудники не сотрудников не имеют претензий. Чего? Охрана тратит. Спасибо.